Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Ну что, у нас закончился 46-й сезон, как ты видишь. 37-й ранг также у меня и остался. Алмазная лига. И получаем с тобой награды. Ну, во-первых, значок 46-го сезона. Вот такое вот привидение. Ну и пиньета. Давай смотреть, что нам здесь выпадет. Сколько чего? Итого 5 паков. Окей, сейчас будем вскрывать. Я надеюсь, хоть какая-нибудь легендарочка мне выпадет. Желательно ту, которой у меня еще не было. Ну что, поехали. Так, всегда так интригующе. Пока все это у меня есть. Ничего новенького здесь нету. Очень много дублей. Так, свекла, ракета. Так, рыцарь, две штуки. Мега редкий даже есть. Вау, вот это хороший, ребята, хороший ландшафт. Слушай, не было никаких у меня, как ты видишь, легенд. Но, тем не менее, ребята, вот это очень неплохая. Неплохая карта. У меня не было ее, и теперь появилась. Насколько ты помнишь, это дублирует грушевый урожай, когда здесь разыгрывается растение. Здесь же создается его копия со способностью команда. То есть офигенно. Можно было бы создать, конечно, за 1000, но мы с тобой получили именно из паков. Так, и смотрим, на какой ранг мы с тобой перелетаем. Так, улетели. И дают нам с тобой 10 ранг. Отлично, знаешь, почему я радуюсь? Знаешь почему? Потому что сейчас мы с тобой набьем гемы и купим еще 10 паков. И поздравляю нас с началом 47-го сезона. Ну что, друзья мои, как вы понимаете, сейчас все элита, все рвануло проходить, поэтому я тебе сразу скажу. Несмотря на то, что здесь будут какие-нибудь слабенькие персонажи, да, буду сейчас получать звездюлей по полной программе. Так что ты не удивляйся, если на этом ранге буду получать вот таких мощных звездюлей. Так, ну что, дают нам с тобой профессором мозговая атака. Девятый, какой там, пятый ранг. Я, как ты видишь, за картофан играю. Даже не знаю. Ну давай вот это, наверное, уберем с тобой. Ё-моё, какого лешего, не та колода. Ребята, это не та колода, блин. Нафига, я... Ой-ой-ой-ой-ой. Эта колода, я тебе могу так сказать, здесь... Обычные карты. Просто обычные карты. Никаких суперских карт здесь нету. Трындец. Нафига. Ой, лава. Ой-ой-ой, сейчас, конечно, тут наполучаем, ребята. Ты такой уверенный, да? Угу. Естественно, он получает карту легендарную. Ну, мы его, естественно, сейчас разберем тут. Это даже не обсуждается. Разберем с помощью ландшафта. Да, вот этот ландшафт его, в принципе, подобьет. Ну что ты там думаешь? Сидит он там, думает. На. Готовченко. Так, что дальше? Цветочек. Как ты видишь, просто сам... А зачем он его сюда послал? Я не знаю, ребят, что он из этого хочет сделать. Может быть, убрать его собирается он. Может быть. Но я поставлю вот так вот орех сюда. Сейчас глянем. Ага, вот он что делает. Он выставляет, ребята, здесь надгробие. Поменял ландшафт. Ага. Вот, смотри, что творит. Смотри, что он тут вытворяет. Так, я, наверное, сейчас прикроюсь... Вот так. И сделаю вот так. Погнали. Угу. На, в ответочку получил. Ох. Слушай, ну неплохо, совсем неплохо. Давай-ка глянем, что он сейчас поставит. Я, наверное, сделаю вот так. И прикроюсь. Хотелось бы глянуть, что он тут придумает. Шаманство двух способностей делает. Да, конечно, ребята, колода. Это трэш полный. Выпало мне. Безумие ты ставишь. О, как даже.
Так, нормуль. Угу. Даже вот так вот ты делаешь, да? Удваивает. Да я, пожалуй, ничего пока не буду здесь делать. А, заморозку он сейчас сделает. Заморозил, да? Все зомби на земле получают. Хорошо, этого все равно мне хватит, ребята. Пускай тут бомбит. Этот гадина сейчас мне даст карты, так же, как и ему. И это хорошечно. Опа, грибная поляночка, как тебе такое, а? Парнишка. Сейчас мы тебе этот ландшафтик-то подпортим. Так, этот сейчас будет выстреливать. Видишь, что творит? Видишь, что он тут вытворяет? Поехали. Угу. Так, прекрасно. Вот так резвы. Поехали. Зомби, ну, давай, давай, наноси бонусную атаку. Упс. Да. Так. Отлично. Так, сейчас еще вытянем две карты. Росточек. Орех. Вылез, да? Так, что здесь? Здесь у него может быть. Угу. Даже вот так вот ты делаешь, да? Даже делаешь вот так. Ну, поехали. Сделаем вот так. И вот так. Нормально. Так, кто у тебя там? Ага. Чудило, которое даст ему сейчас дополнительные две энергии. Гаргантюашка вызывает. Понял. Так, ну и этим хана. Тылич. Ты что, на воду поставишь, что ли? Да, на... О, он еще и бесенка влепил здесь. Это не очень, конечно, хорошо. А вот эта штука нам пригодится. Угу. Опа. Нам достался орех. Ну и что он там? Нога. Так вот делает. Ну что я могу предложить? Могу предложить вот такую вот штуку, ребят. Пока. Ага. Ну и кого-то, куда ты там? А, наносит бонусную атаку. Давай, давай, вперед с песней. Лопухнулся, да? Тынч. Сейчас вот так вот. Тыбич. Блин. Этот гаденыш... Два в лицо-то мне бомбанул, да, получается? Еще один росточек. Так, выстреливаешь, да? Этот и... Бонусной атаки нету. Превосходно. Так, удваиваем растение. Наверное, мы не будем делать сейчас пока удваивание. Мы сделаем немножко с тобой по-другому. Нам нужно нанести урон ему, так? Так, значит, сделаем немножечко... По-другому. Поставим вот так. Здесь вот минку. И пу-пу-пу-пум. Вот так еще делаю я. Ну, я думаю, нормально будет. Так, конечно же, у него тут энергия дополнительная. Сейчас посмотрим, что будет тут происходить. Два в лицо. Ну, естественно, этого в минус. Так. А этот сейчас зарядит там с тобой два-то. Вот. Смотрим, что он сейчас призовет. О, видишь, что делает?
Так. То есть два в лицо хочет, да, влепить мне? Я так его понимаю. А ну-ка. И вот так, поехали. Так, сейчас, естественно, он сейчас тут раскидает своих этих ушлепков. Что нам тут сделать? Только вот так вот. Все, друзья мои. Несмотря на то, что мне говноколода выпала, я все-таки здесь смог выиграть. Я тебе сейчас покажу, что это была за колода. Это самая начальная, которая дается рандомно. Ну как рандомно? Без каких-либо там наворотов. Смотри, как она выглядит. Вот. Вот такой колодой, друзья мои, я играл. Моя-то родная колода, вот она где находится, которую я обычно играю. Подожди, сейчас посмотрим. Точно она тут? Да, вот она. А то... Так. Так, извини. Блин, я уже запутался. Колода номер... один. Да, вот, за нее, короче, будем играть. Поехали, ребята. Попробуем дойти, ну, до ранга 13-го, может быть, 14-го. Возможно, будет очень много поединков, но ничего страшного. Ох ты, как хорошо-то, смотри. Но это нам пока не надо, ребят. Пока не надо, орех. Блин, как же мне не хватает карты, знаешь какой? Вот этого вот надгробия, который меняет здоровье на атаку. Вот это было бы, конечно, круто. Пока ничего не делаем. Я думаю, что ржавый разряд будет на колоде именно спортсменов играть. Скорее всего. Угу. Вот так вот ты, да, делаешь? Ну, давай я сделаю вот таким вот образом. Тратит. И это хорошо, ребят, что он тратит. Потому что в следующий раз мы его просто хлопнем, да и все. Ха-ха, он потратил две карты, а я всего одну. Ну и что, все? Сдулся парень. Поехали. У него может быть шар. Он может мой орех раздавить. Но у него, видимо, нету пока никакого шара. Шара слепошара, да? Надгробие. Убери свое фуфло отсюда. Так, посмотрим. Есть у него понижение атаки? Нет, у него немножко другое. Зомби-астронавт, тебе этот не поможет. Уж точно тебе говорю. Бэмс. Бэмс, отлично. Шипастая лужайка. Ага, хочешь залечить своего хламона? Лечи. А, ты так даже делаешь. Ты вот так вот даже делаешь. Ну, давай я тогда вот сделаю так. Бэм. Сейчас будем наносить урон. Дынс. Прекрасно. Крахмал выпадает нам. Так, давай-ка я, наверное, сделаю вот таким образом. Ну и на всякий случай поставим здесь лужаечку с тобой шипастую. Кто там? Ага. Ну, неплохо. А, уничтожает растение. Шар все-таки у него был. Блин, у него сейчас работает защита. Что не есть хорошо, на самом деле. Понижение атаки, да? На песика. Не стал он тратить. Ага. Только не говорю, что у тебя сейчас еще будет спортсмен. Нет у него спортсмена здесь.
Угу, сделаем вот так вот. И, наверное, я сделаем с тобой. Да, в принципе, вот так вот сделаем, да и нормально. Поехали. У него, скорее всего, будет защита сейчас. Блин, у меня с картами что-то вообще как-то беда. Недоборов нифига нету. Что же здесь был? Так, зомби получает, ага, 1+3. Так. Бамс. Этого я не позволю, ребята, прокачаться. Мы сейчас бомбанем. Если, конечно, он тренеры. О, как делает. Так, этого минусуем сразу с тобой, да? И сделаем вот так. Блин, я без карт остался, ребята. Восстанавливает здоровье. А, у него тоже с картами беда. Угу, отлично. Жалко, крокодил у нас не орех. О, вишенка на торте. Да ё-моё, у него добор идет, ребят. Вишню пока я приберегу. О, даже вот так вот делаешь. Ну, давай, допустим. Погнали. Да ты заколебался своими астронавтами вшивыми, а? Он карты протратил, короче, все. О, совсем другое дело. Я, наверное, сделаю вот так. Пока ничего не будем делать. Пока ничего не хочу. Сдался, ребята, сдался, прикинь. Испугались тебя, картошка. Хотя мы могли проиграть. Не знаю, почему он там туханул. Так, ну что, еще 2 звезды. По-моему, 3 должно быть звезды, да? Да, мы переходим с тобой на 11-й ранг. Так, и кристаллы. 20 штучек. Нормуль. Так, двигаемся дальше. Так, бабах, давай-ка я сыграю лучше пока за орех. Можно мне посмотреть, что это за орех у нас? Типа хилки, непонятно там что. Ладно, возьмем его. Попробуем поиграть маленечко на нем. Так, одинаковый ранг. Это уже хорошо, ребята. С одинаковым рангом будем сейчас. Это пока лишнее. Оставим. Плюс защитка нам выпала. Не тратимся. Блин, ну, а, ландшафт же у нас есть. Точно, ребята, я забыл новый ландшафт взять в колоды. Ну что, могилы будешь выставлять? Нет, не выставляет. Ландшафт, что ли, там хочешь выставить или чего? Берет дополнительную энергию. Вот так вот, да? Хорошо. Допустим. Так, у тебя опять этот, что ли, там? Курабойщик, я так понимаю, да? По-моему, курабойщик у него, ребят. Будет интересно, кровожадность ставить или нет. Даже вот так вот ты делаешь. Потратить. Хорошо. Это дело твое, парень. Так, ну, будем хиляться в любом случае. Так, что у него тут? Орех. Ага, высунул, да? Убираем. Так, я понял. Ну что, будем
Да, в принципе, я думаю, что пока не актуально активировать нам эту защиту. Срабатывает. Нифига у нас не срабатывает пока. Ага, орех. Сундучок. Все, надеюсь. О, даже как, да? Так, друзья мои, что нам можно здесь сделать? Ну, во-первых, наверное, сделаем защиту, в конце концов. Это раз. Во-вторых... Давай, наверное, вот так вот сделаю. Ну и вот так, пожалуй. Поехали. Так, король. Давай, 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 выставляй. Так, что нам с тобой сделать дальше? А дальше мы сделаем, наверное, следующее. Сделаем вот так. Поехали. Заморозочка. Окей. Минус. Минус. Так, давай, защитка, срабатывай. Так, хиляемся. Допустим, 10 хп у тебя осталось, да? Гаденыш ты такой. Делай свою кровожадность. Пам-пам-пам. Дальше что? Ага. Вот так вот. Ну что, мы с тобой сделаем, наверное, следующее. Поставим лужечку. Давай вот так вот поставим. Посмотрим, что у нас из этого получится. Наносит 2 единицы урона. Как скажешь. Ага. Гаргантюашек, да? Все, на этом, поехали. Здесь мы разобрались. Блин, вот карта, что берет, бесит, конечно. Горшочек. Все, да? Натыкал здесь. Так, ну что, ребята, сделаем вот так вот. Сделаем вот так вот. Ну и, наверное, вот так. Допустим. Пираты, да? Меняет. Ну, окей, меняй. Вот здесь, конечно, фиговенько, что, ребята. Да. Будет прокачиваться. Да прокачивайся, господи. Как ты заколебал, а, со своими этими. Угу. Так, ну что, ребята, сделаем вот так вот. Сделаем вот так. Угу. Погнали. Кто здесь, я не знаю, ребят. Ага. Так, этого в минус, этого в минус. Вот этот остается у нас, да? Хлыщ.
Он тоже тут добор делает. Вот, сейчас мы с тобой повесим. Ух. Смотри, смотри, у него есть там, интересно? Нету. Давай так вот сделаю тогда уж. Че, хильнемся, да? Пум-пум-пум-пум, поехали. Поехали. Будем смотреть. Ёпарасоте, ты посмотри, он сейчас, ребят, он сейчас тут наплодит ублюдков. И еще и меняет. Ну что, 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 давай, давай. Защита срабатывает? Сработает должна защита, ребят. Все, отлично. Ну что тут, я не знаю. Давай, наверное, вот сюда переместим. Ну а теперь смотри, что мы с тобой сделаем. Сейчас офигенно будет круто. Ты спросишь, почему, а я тебе отвечу. Смотри. Это раз. И вот это два. Две единицы урона ему нужно нанести. Ну давай, давай. Шаманов там. Энергию, да бери что хочешь. Сейчас в орех только зарядишь, и тебе кранты. Ты дичь. Круто, друзья мои. По-моему, обалденно получилось. Вот этот бой просто шикарный вышел у нас. Если бы не гриб, который мне выпал, вряд ли мы здесь бы победили. Именно за счет ядерного гриба мы с тобой здесь справились. Так, сила ореха в доспехах. Так, нанесите 20 единиц урона героям бесячеством. Так, давай-ка мы, наверное, с тобой и разыграть 3 баба. Пойдем-ка переключимся на бесенка. Где у нас бесенок? Бесячество, вот оно. Так, давай-ка посмотрим, у нас есть какие-нибудь новые карты для нашего бесенка? Новых карт нету. Новых карт, к сожалению, нету. Блин, вот этот пират, конечно, был бы крут взять его с собой. Купидон, Купидон как бы тоже не нужен. Рикошет. Ну что, попробуем, ребят, попробуем сыграть этой колодой. Хочу просто накопить гемы. Да, друзья мои, 1000 гемов нужно для того, чтобы приобрести 10 паков. И будем надеяться, что в них так хоть одна легендочка выпадет. Уже, если не ошибаюсь, 2 сезона ни одной легенды не было. За 2 сезона, ребята, это что-то с чем-то. О, неплохо. В принципе, так, меня вполне устраивает такой расклад. Поехали. А зомби здесь получает проскок. Будет тратиться. Давай, уничтожай. Ага, грибочки. Хорошо, что не на той линии. Так, получай в лицо. Так, ну здесь можно, в принципе, поставить мышеловку. Блин, а что, у меня две карты таких с проскоком? Ну да, две карты. Ага, вылупился. Ну, мы можем тоже бесенка, в принципе, влепить. Если захотим. Но я, наверное, сделаю вот так вот и... И пока все. Погнали. Так, еще такая же карта нам выпадает. Срабатывает защита. Пока ничего не будем делать. Поехали. Меняет. Так, друзья мои, грибная поляночка.
нас поджидает. Грибная поляночка. Ну что я могу сделать? Ну вот так вот мы сделаем с тобой. Ой, 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 напугал. Ну да, сейчас сколько тут еще? Еще же, да, один появится. Меняем. Меняем здесь с тобой ландшафт. Поехали. Так. И вот так. А здесь-то что нам сделать? Он только если сверху, да, получит. Давай я сделаю вот так. Что будет делать? Угу. Отлично. Ну что, мы можем с тобой выставить. Вот ты даже как. Но этого хлыща мы даванем. И здесь прикроемся. Только не на воду, пожалуйста, не ставь на воду. Да ёк-макарёк, ну. У него защита, ребята. На земле минус один или что-нибудь сейчас будет. Что он сейчас придумает? Все зомби на земле получают минус один? А вот он как решил. Так, у нас с тобой сейчас работает защита, еще не забывай об этом. Окей, это мы пока прибережем. Твою налево, что делать-то, а? Давай вот так вот поставим. Опа, смотри, что творит. Ты смотри, что творит. Еще и заморозка. Даже так. Блин, что сделать-то? Ну этот нас не уничтожит ведь, по идее. Да, он не уничтожит нас. Бумс. Прокачиваемся, естественно. Окей. Бочка. Блин, как же. Давай вот так вот сделаем. Слушай, заколебал он со своими этими грибами. Грибник хренов. У него неужели опять молекулярка есть? Это плохо. Делать-то? Да фиг его знает, что ты тут сделаешь. Да ничего. Тянем карту. Давай тянем карту. Погнали. Ага. За надгробие. Кого спрячем? Вот здесь, наверное, да? Опа! Копатель, друзья мои, копатель! Закапываемся. Ну и смотрим. С паровика, да? Отлично. Пам-пам-пам-пам-пам. Ну, в принципе, как бы здесь.
Кровожадность и шаманство, да? Погнали. Так. Окей. Я даже не знаю, пока ничего не буду делать, друзья. Жаба. Гриб. Короче, этих охламонов мы... Слушай, а что я натворил, а? Ай-яй-яй-яй-яй, ребята, вот это я глупо сделал. Мы, наверное, сейчас не пробьем с тобой. Защита-то сработает? Yes! Yes, ребята! Я думал, блок сработает. Нет. Фух. Ну, фартит, фартит нам сегодня, друзья. Так, еще 20 гемов. И еще тут 10. Так, разыграйте 3 баба. Так, бабы, где мы с тобой можем разыграть? На каком? Подожди-ка, у нас... Бобовые идут на растениях, да? Но на ком именно? Давай-ка посмотрим, что у нас у травяного кулака есть. Ну вот, в принципе, можно за травяной кулак попробовать сыграть. Поехали. Но не факт, что мы здесь выиграем. Тем более против вот этого профессора. Мозговая атака. Окей. Поехали. Три баба, да, нужно? Вот это, по-моему, бабы. А, нет, это горох. А вот это вот... Так, смотрим. Hello. Понеслась душа. Вот я, видишь, две карты. Уробойщик, скорее всего, у него. Но это не точно, ребят. Уробойщик, но это не точно. Сделаем вот так. Пам-парам-пам-пам. Ага, размещает зомби станут. Так, давай, прокачивайся. Поехали. На тебе. В таблище. Грибок. Грибок — это хорошо. Ну что там задумался-то? Ага, добор энергии. Окей. Хочешь юзануть? Ну юзани, юзани. А я полюбуюсь, что ты там сделаешь. Вытягиваю две карты. Ох, спасибо. Еще прокачаемся. Шел сюда. Да, ребята, он доборами делает, соответственно... Сейчас что-то... Куробочки у него, 100% тебе говорю. Ну, куробочки — это который бросает курицу. Я думаю, понятно и так, да? Я даже не знаю, давай пропустим, наверное. Ход, что он там затеял, фиг его знает. Меняет, меняет ландшафт. Так, мы еще прокачиваемся, да? А, это непонятно. Так, еще горошина у нас. Что это делает у нас? Здесь зомби получил. Ага, плюс 2 к атаке. Угу, вот так вот. И вот так. Давай я сделаю, наверное, вот таким вот образом.
Тю-тю-тю-тю-тю. Стоит ли? Я думаю, пока не стоит. Окей. Так, не забывай, что у нас срабатывает защита. Вот сейчас. Бонус на атаку. Попозже немножко. Чуть-чуть попозже. Давай-давай. Так. Отлично. Так, ну что, в лицо бьем, да, ребят? Типа того. Ну и сделаем с тобой следующее. Поехали. Не знаю, какая у него там будет сейчас заклинаха. Что он сейчас сделает? Да вы достали со своим шаманством вот этим вот дебильным. Так, срабатывает защита. Там что, у тебя Эврика выпадает, да? Допустим. Так, у нас есть наносовая бомба, так что вот так вот он делает, да? Вот так вот он делает. Ну, мы прикроемся на всякий случай. Вот таким вот образом. Кто там, я не знаю, ребят. Ха-ха, вот. Вот оно кто. Ну, давай, давай, выставляй своих хохломонов. Один здесь. Другой рядышком. Поехали. Этого сейчас мы уничтожим, понятное дело. И укусим. Опачки, какой красавчик тут у нас появился. Что, опять будет свою могилку сюда лепить? Ну, естественно, естественно, друзья мои, будет свою могилку сюда клепать. Так, 4 единицы, да, у тебя, парень? Получает плюс 2, ага. А, давай сделаем, наверное. Хотя мы можем немножко по-другому сделать. Ну да, сделаю вот так вот. И сделаю вот так. Угу, ну допустим. Всем энергии у тебя. Заклинашек, наверное, целая куча, да? Ага, смотри, что делает. Потратил. Дальше. Танцоров размещаешь. Окей. О, и кто же тут у нас появляется? Ага. Выкрутился, да? Ну вот надолго ли? Груша. Бздит. Начинает доборчики свои, да, делать? Давай, давай, давай. Все? Успокоился ты на этом, да? Поехали, ребят. Так. Да и, пожалуй, вот так. Ну все, давай смотреть. Как говорится, кино во всеочию. Если он не дурак, он сдастся. А если он сыкло, он пропустит просто ход. Слава богу, он решил сыграть. На, получи, поганец. Ну что, друзья мои, идем неплохо, ровненько. Еще ни одного проигрыша не было. Пока. Так, получаем с тобой 10 гемов. Итого у нас 835. Травяной кулак. Ну что, давай сыграем теперь. Пам-пам-пам. За что сыграть-то? За орех.
Давай попробуем за орешек поиграть. 13 ранг. Вот, ага, опять профессор. Профессор мозговая атака. Ну, в принципе, как бы неплохо, я считаю, да? Отлично. Кактус под ягоду вообще шикарно зайдет. Но это нужно... Чего? Ты смотри, а. Опа. Опачки. А вот это, ребята, фиговая картишка. Угу. Даже вот так ты делаешь. Ну что ж, давай. Пинс. Сейчас будет бомбить. Так, молоточек, да, выпал? Так, есть защита. Давай я сделаю вот так вот. Я не знаю, кто здесь у него. Ох ты. Хорошо, так сейчас прилетит-то нам. Слава богу, я на отхилах живу, так что залечимся. Этот взрывается после того, как применяет свою бомбочку. Но урона-то все равно сейчас надают нам по полной программе. Давай, взрывайся. Тинс. Думаю, да? Как бы избавиться от ягоды? Да 100% у него что-нибудь да есть. А вдруг нету? Ой-ой-ой-ой-ой, совсем забыл. Ладно. О, наносит 4 единицы урона. Даже вот так вот. Не боится же, а? Так, ну что, прикрываем нашу ягоду с помощью, наверное, ореха, я так понимаю, да? Как бы это самый оптимальный вариант для нас будет. Отлично. Наносит еще 2 единицы урона. Так, ну что, ребята, у него там карт не осталось, я смотрю, практически, да? Он сейчас будет делать доборы. Так, давай, поехали. Сделаем так. И вот так. Жит. Чего там? Ага, наносит. Ну давай, 3 единицы урона. Сейчас, естественно, сработает. Инс. Что еще? Ага, тратьте, хорошо идет, ребята, дело. Так, ну что, защита, да? Эврика или что? Это шаманство 3 карт, давай, бери. Мне не жалко. Мне не жалко ни сколечко. Ха-ха, сейчас у нас еще будет круто. Смотрим, кого он сейчас поставит. О-о-о, видишь, кто тут явился. Так, ну что мы можем с тобой сделать? Пум-пум-пум. Можем поставить с тобой защиту, в принципе. Или же... Блин. Да фиг с ним, давай сделаем так. Давай сделаем так. Даже, ладно, хорошо. Угу. Блин, где мой цветочек хилищий? Скажи мне, пожалуйста, у меня этот есть, а... Это фигня, что-то тут вылез. Ой-ой-ой, напугал, ёлки-ты-палки. 9,5. Пробить не пробьет. Сделаем с тобой вот так вот.
Так, здесь мы поставим с тобой орешек. Так, отличненько. Ну, я думаю, что неуязвимочка нам здесь не помешает. Поехали. Че, все, обделался? Обделался ты, парень. По крупнику. Угу. Не сработал, да, фокус, парень? Не сработал твой фокус, я знаю. Поехали дальше. 2 единички у тебя здоровья. Что ты сейчас будешь делать? У меня есть один защитник. Так, ну эту могилку, естественно, мы сразу убираем. О-о-о-о. Ты гляди-ка, ну ладно. Допустим. Сделал ты пакость. А теперь смотри, какую пакость сделаю я. Раз. Два-с. Ну и ради баловства 3. Все, сдулся. Нежданчик, да, такой был? Ну что, давай, пропускай ход, парень, или сдавайся. Только не надо убегать. Просто. Ненавижу, когда вот просто убегать. Во, нормально. Наказали. Наказали мы этого профессора. Ну что, переходим с тобой на 13-ю лигу. Блин, мы будем с тобой до посинения, по-моему, тут кристаллы эти копить, мне кажется. Ну да, до посинения, это уж точно. Ну что, давай еще разочек сыграем. Может быть, перейдем в 14-й дивизион. Хотелось бы. Так, кто-то против нас? А, бесячество, собственно, персоны. Собственной персоны бесенок, да? На самом деле, ребята, этот орех, хоть он у меня и на хилах, но он, эта карта недоделанная очень сильно, потому что очень мало здесь у меня растений, именно которые хилят. Нету ни дракона хилящего, нету ни помидоров хилящих, в общем, шалтай-болтай команда называется. Заморозочку делает. Да ладно, у тебя что, ничего нету, парень? Интересно. Так как этот парень у нас делает атаку, да? Оу-оу-оу-оу. Так как этот парень у нас делает вот такую штуку, мы с тобой сейчас кое-что провернем. Смотри внимательно. Сейчас будем с тобой кое-что делать. Ага, зомби получает плюс 3. Окей, того и 5. Не волнуйся, мы захиляемся. Захиляемся, у нас все будет идти. Окей. Хил у нас есть, но мы сделаем с тобой хил через... Ну, вот это вот... Через вот этот перец, так скажем. О, как делает, смотри. Атакуешь, да? Ну что, тогда давай. Поехали. Окей. Так вот, пожалуй, сделаем с тобой. Давай, поехали, посмотрим. Че сразу грустнул-то, парень? Че такая кислая? Понятно. Естественно, ребят, ну, я бы тоже сдался бы. Ясен перец, этого в минус, этого потом в расход. Я плюс отхиливаюсь, то там еще у меня растение, которое хиляет. Точнее, наносит урон при отхиле. То есть тут вообще бы его порвал бы, как тузи грелку. Сразу же переходим в 14-й дивизион. Отлично, ребят. Отлично, все, еще 20 гемчиков на карман. Погнали далее. Так, это у нас бессмертие. Бессмертие воплоти. Оу-йоу. Ну давай, допустим, так сделаем. Хотя на самом деле... Ладно, пускай остается.
пока пропустим. Я знаю, что он будет на воле, скорее всего, выставлять своих этих хламонов. Орех. Кстати, вот этих... Оу. Оу. Пум-пум-пум. Что сделать нам? Так, подожди секунду. Что нам сделать? Да ничего я пока делать не буду. Пускай он прокачивает ее, или что он там будет с ней делать. Потом уничтожим через растение вот это вот. А, летучие мыши, конечно же. Они же идут как животные, я совсем забыл, ребят. Ну, откуда я мог знать, что они у него есть? Ладно, 5 в лицо. Оу. Слушай-ка, вот это вот дело дрянь. Так, только не говори, что у тебя еще есть кошатница. Ты прикинь, есть у него кошатница. Есть, блин, у него, оказывается, кошатница. Допустим. Че, у тебя еще какой-то призыв есть? Ага. Да подожди ты, с какого ты перепуга-то, блин? Я не знал, что это ландшафт питомцев каких-то. Не надо мне пока здесь ничего делать. Сейчас мы с тобой применим. Применим вот эту вот защиту, скорее всего. Потому что уже обстановочка накаляется. Ты сам прекрасно это видишь. Сделаем вот так. И... Ну, я так понимаю, наверное, вот сюда. Хотя лучше вот так вот сделать. Поехали. Так, ага. Ну а потом, естественно, будем лечиться, ребята. Залечивать свои боевые раны. Ягода. Ландшафт мне жалко, вот этот никак не поменять. У меня нету этого неуязвимки, жаль. Жаль. Опа, вызвал йети. Окей. Так, ну что? Погоди секундочку. Блин. Может быть, сюда все-таки поставить нам... Вот так. И вот так. Поехали. Угу. Допустим. Этот улетает. Ну, пускай выставляет, короче. Кокосовый король, спасибочки. Двух... О, даже вот так вот. Ну и йети вызовет сейчас. О, йети вызовет. Мы бомбанем кошатницу своей бомбочкой. Угу. Ага, вот так вот делаешь. Ладушки. Все? Допрыгался, наверное, кузнечик, я так понимаю, да? Ну что, бомбим? Этот, по-моему, будет... Когда растение... Так, использует прием, понятно. Делаем себе вот так вот. Ну, отхилиться, я думаю, пока не стоит. Поехали. Так. Окей. Так, кошатницы, я надеюсь, у тебя нету. Надеюсь на это очень сильно. Хотя, мне кажется, есть. О, даже как. О. 4-3. Так, ну что, друзья мои.
Давай сделаем так. Окей, поехали. Да ладно. Твою налево, блин, а. Ну давай, давай, не подведи орешек. Спасибо, не подвел. Только, блин, пузы-то мне этот нахрен, он всрался, блин. Если здесь прикроемся, да? Через орех. Через орех. Он думает, что у меня сейчас есть отхил. Куча этих растений, да? Так ведь он думает. 100% он думает именно так. Смотри, что сделал, блин. Так, ребята, ну что? Да нам тут все равно крышка. Мне никак здесь не вырулить ситуацию, к сожалению. Если бы у меня было бы хотя бы 9, я бы мог поставить кокос этого, бомбануть с помощью... Ну, ты сам понимаешь, да? А так... А так никак не получается, к сожалению. Вот в чем беда-то вся. Видишь, не хватает буквально чуть-чуть. Не, ребят, бесполезно. Не хватает буквально одной энергии. Если бы было бы, я бы вот сюда бы шарахнул бы. Ну, 2 единицы получили бы в лицо, да фиг-то с ним. Понимаешь, о чем суть? 2 единицы бы получили в лицо, потом могли бы с тобой разыграть. А так, не вышло ни шиша. Рой потратил, у него, оказывается, рой был. Я уже 1000 лет не видел, чтобы кто-то использовал рой. Ладно, ребят, мы с вами ничего не потеряли. Мы в 14-м дивизионе. Продолжаем бомбить. Так, это заразительное сальце. Вот так вот. Пока ничего. Блин, вот они вот в разнобойку. То этот есть, хиляшки нету. Когда хиляшка есть, этого нету. Вот такая вот фигня, ребят. Очень хорошая комбинация, когда ты стоишь. Да иди ты. Будешь прокачкой заниматься, да? Что, на спортсмена, что ли, у тебя? Или что это? Я не понял. Что-то новенькое. Так, он будет прокачиваться 3-3 после каждой атаки. Поэтому ставим ягоду. Давай, давай, давай. А, 4-3 даже. Даже 4-3 у тебя. Хм. Так. Танцоры, да? Все на танцорах у тебя замешано. Давай сделаю так. Давай я сделаю так. Бамс. Так, давай, защитка, срабатывай. Спасибочки. Ну, уже лучше, уже, ребята, лучше. У нас есть прогресс. Сейчас, правда, он может эту ягоду уничтожить. Так, ставим перец сюда. Ставим перец. Так, отхиляемся. Пум-пум-пум-пум-пум. И что дальше? Ну и защитку влепим. Так, и, наверное, сделаем. Ну, давай вот так вот. Посмотрим. Ох ты. Кого бомбанешь? Нормально. А ведь я так и думал, ребята, что он сделает такую пакость. Ну что, поехали. Угу. Ага.
Так, орех. Четыре. Давай, наверное, вот так вот сделаю. Посмотрим, что у тебя там. Ага. Уничтожишь орех, да? Вот этот вот. Поехали. Так. Минус. Блин, две лужайки. Ну, блин, я их не могу, ребята, реализовать, понимаешь? Вот так вот он сделал. Все на этом, надеюсь. Твою, блин, налево. Ну и что? Ну вот, ребят, сейчас 6 и 3, 9. Да ладно, серьезно, что ли? Так, в минус. В минус. Да? Так, ну что, погнали. Сделаем с тобой так. И сделаем с тобой вот так. Кого он там будет прокачивать? Вот этого, да? Или вот этого? Вот этого решил, ладно. 5 и 1, 6. Ах, вот как. Все равно не сможет уничтожить, не хватит у тебя. Одна хпшечка. Ну, если у тебя, конечно, там что-то есть. Ах ты ж. Понял? Вот к чему он стремился. У него, оказывается, тот хлыщ. Короче, это, ребята, была колода танцев, танцоров. Давай-ка мы сыграем за... за гриб. Попробуем. За ночной колпак. Собственной персоны. Шестые и восьмые ранги, которые имеют значок вот этого привидения, ребята, это... игрочки, которые уже были здесь. Так, тут у нас на грибах должно быть. Если у него сейчас будет здесь галактический страж, то я, скорее всего, проиграю. Смотрим. Угу. Так. Вот он что делает, да? Давай вот так вот я сделаю. Сумоист вытянет вот этого. Спортивная колода, ребята, у него, скорее всего. Даже вот так вот. Ну, погнали, короче, тогда. Кого-то надо сдуть нам, да, по идее? Да никого пока не будем трогать. Поехали. Сумоист. Ай-яй-яй-яй-яй, этот гриб, бедолашка мой, попадет сейчас в немилость.
Ну чё ты там тупишь, блин? Так, давай дальше. Блин, а чё тут дальше? Как тут быть? Тренер. Допустим. Погнали. Хопа. Сейчас, наверное, понизит. Нет. Окей. Давай своего тренера вызывай. Отлично. Так, ну что, мы с тобой делаем следующим образом. Поехали. Что там? Все зомби получают плюс 2. Окей, пускай получают. Тыч. Так. Ладно, давай поставим. Здесь 100% у него будет еще, ребята, один тренер. И у него сработает защита. Вот что меня больше раздражает. То есть мы можем его атаковать только с воды. Угу, это неудивительно. Так. Давай так, просто прикроемся. Погнали. Потом он не сможет здесь уже никого поставить. Тренеров, как говорится, больше. У него, правда, вот сейчас работает эта фигня, блин. Защита долбаная. А что там в этой защите будет? Вот что меня интересует. Угу. Понижает атаку, я так и думал, ребята. Так. Все растения со способностью амфибия, да, получает. Вот так вот получает. Поставить ему нечего больше, потому что... Ага, уничтожает. Окей. Вся надежда на тебя, парень. Так, ну что, 4-1, да? Погнали. И все, что ли? Поехали. Заменяешь? Ну давай, давай, меняй. Так, зомби получает плюс 5. Это меня нисколько не пугает. Единственное, что сумоист, конечно, тут, блин, один уничтожается. Ага. У меня будут сегодня грибы или нет, блин? Так, сделаем, значит, короче, с тобой. Так. И вот так. Поехали. Угу. Сработает? Естественно, срабатывает у него защита. Естественно, ребят. 6 единиц здоровья восстанавливает себе.
Ага. Ландшафтик убираешь, да? А, ты вот так вот сделал. Кого-то сюда еще поставишь. Поехали, друзья. Защитушка. Ну что, я думаю, вот этого хламончика, наверное, мы уберем с тобой сюда. Нам нужны карты. Угу. Прекрасно. Выживем. А ему кранты. Ну, как-то так, ребята. Как-то так. Опять же, импровизировал, если честно, потому что основной гриб у меня здесь, вот в этой колоде, это вот этот гриб. Но, как видишь, он мне почему-то не выпал. Кстати, вот этот вот ландшафт надо взять, ребят. Ландшафт очень хороший. Очень хороший, и он пригодится. Для дубликатов то, что нужно. Ну, например, надо нам с тобой змеек этих размножить или... того же самого гриба вот этого, чтобы две. Представляешь, какая там будет ядреная атака. Так, ну что, пойдем за зомбиков теперь поиграем. Возьмем. Давай заразительную сальцу. 1000 лет за нее не играл. Хочу вспомнить молодость. Молодость. Ну ты понял меня, да? Давай, 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 давай. Быстрее ищи, ищи, ищи мне противника. Ну, как обычно, все... А, нет, все, нашли. Я думал, сейчас... Ой, ё-моё. Это каротин собственной персоны. Морковь. Мозгоклюйка. Как по-другому я еще называю. Ладно. Давай смотреть. Два психа. Книголюба. Плюс охотник. Плюс молния. 3 урона наносит единиц. Вот это вот не надо делать, парень. Отлично. Сейчас он психа моего разозлит только. Короче, на фасолях, что ли, ты решил сыграть, я так понимаю? Что-то именно это мне подсказывает. Что он будет делать? Что, бесстрашный, что ли, я не пойму. Ага. Ну да, ребята, скорее всего, на фасолях он хочет отыграть. Ну, мы ему мешать не будем. Мы ему мешать не будем. Так, что у нас есть? Минус один, минус один. Ну, одному-то в любом случае кранты. Ох. Ребят, ну здесь, естественно, нам вот эта штука поможет. Это буквально будет в следующем ходу. Раз он пошел вот так вот действовать, будем тогда по-другому разговаривать с ним. Все, пока все, ребят. Убираешь? Блин, как ты не вовремя, а? Зачем он это сделал? Не знаю, ребята. А это хорошо, что он сейчас уберет. Это очень даже хорошо. Давай сюда. Поехали.
Сейчас один в лицо, прикинь, прилетит ему. С лету. Так. Опачки. Танцор диска, да? Ну, почему бы вот так не сделать? Отлично. Поехали. Так, ну что? Ага. Начнем сейчас свои эти росточки доставать. Опа, и сейчас будет плевать. Ну, этому не повезло. Как, в принципе, и этому. Поехали. Угу. Блин, у него сработает сейчас. Ну, конечно, ребята, ну, конечно же, защитка, естественно, должна сработать. Вот так вот он делает, понял? И что, перемещаешь? Ой, спасибо тебе большое. Вот об этом я и мечтал. Давай сделаем вот так. И, наверное, вот так вот я сделал, да и все. Давай, давай, выбирай там, что хочешь. Мне по барабану. Молодец, красавчик. Красотулька. Ну все, ребята. 5 в лицо, плюс этот охламончик у меня добьет. Ну и, естественно, не все получат по урону. Сейчас у меня еще здесь зомбик вылетит, неизвестно куда. Давай сюда вот его. О, шикарненько. То есть эти не пробьют уже. Угу. Давай, роднулька, бомби. Жить. Прекрасный выбор. Все, ребят, каратинчик отдуплился. Ну, так вот так. Заразительная эссенция рулит. Что могу тебе еще сказать по этому поводу? Ну что, дорогие друзья, хотел, конечно, сегодня получить, но, видишь, слишком долго нам надо добиваться. Давай, наверное, в следующей серии уже набьем, наверное. Это как раз будет уже на 20 ранге. А на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!